Главное рит поймать и поймать. Блять, вы заебали. Тихо. Да я нравился живым. Живым. Останешься. Синий недовежный. Прямо в левом не вправо. Как не поймать. Ведь я не знаю, не Вдруг вы так резко сорвались и... Резко сорвались, нихрена себе. Мне кажется, Сергей просто услышал, типа, бля, Вежелинг хочет за добавкой идти, а после добавки там что может произойти еще? Да, Сереж, так почему бы, ну, реально, на пару часиков все-таки? Да не. Вам же не зубы лечить, да? Не, там просто другая ситуация. Да. Дон Симон, на прощание, расскажите, где сейчас ваша куртка, та самая легендарная за 35к? О, из крокодиловой кожи. Полма лишит. Серьезно? А давайте обменяемся, Сергей. Я вам Монклер куртку 44 размера, а вы мне... Мне не влезет. Вам-то нет, а может быть барышни какой? Барышни? Да, 44 размер. Надо подумать. Подумайте, потому что я... Куртка у меня охуительная. Она дожидается своего кумира. Иди сюда, придурок. Придурок! Вы хотите, чтобы я придурка сейчас стал исполнять? Давай. Все, Сережа, давай, бля. Ну, попробуйте. В пресс. Ну, чуть-чуть. Ну, все. Слушайте. Да, кстати, уже стоит. Сереж, мы можем... Мужчина. Так, тихо. Давай тихо. Купим одну башню под казино. Вот эту, блядь? Да, под казино просто. Большую вот эту? Да, самую. Ну, желательно, чтобы там еще рекламу можно было сверху. Не-не-не, ни в коем случае, Вы что, курить начали уже? Блядь. Подождите, стоп, сигареты Ротманс? Блядь. Давиду, блядь. Сережа, что у вас в жизни? Какого хуя? Да, почему? Да, пойдем водим. Пойдем водник? Ты пойдешь со мной? Пойдем. Пойдем. Идем. Все, дядя Сережа, попрощайтесь тогда с нами. Чао, пока. Чао, пока, Дон Симон. Все, Дон Симон. На связи. Дон Симон на связи. Дон Симон на связи. Спасибо за картину. Спасибо. На связи. Все, пока, удачи. Сергей, your мощь. Пойдем. А как же тут стаканчики? Дон Симон сейчас жена увидит. Сергей, вы будто бы оплодотворили эту девочку и поглаживаете, что все будет хорошо. Ну, я так всегда девчонок, которых оплодотворяю, поглаживаю. Но это у меня тогда. Я 93-го года. Вано. Давай, чпокнем. О, Virtus.pro, кстати, кипарик мне подарил человек, который игрок Virtus.pro подарил по КСу. Но Virtus.pro проиграли и принесли мне просто 6 тысяч. Какая-то хуйня. Какая? Из-за сигарет, может быть? Из непривычки, если вы курите? Да не, ну че я там курю, там, блядь, сигаретку там в день. Там. А, сигаретку в день всего? Да, нет, это херня. Да. Нет, все равно, знаешь, вот ощущение такое, что... Такой вот... Тяжесть какой-то. Тяжесть какая-то, вот, да. Вот, да, расскажи, как это порчи делают. Не знаю. Ну, ты смотришь на фотографии? Не знаю, как это. Ну, вы КТ делали? Легких. Да, делал, все нормально. С инъекцией, кстати, как она там, с контрастным веществом? Вот, не знаю. Но вводили в вену что-то? Не, такого не было. Потому что там подсвечивают все косяки. Так нет, имеют КТ, компьютерная томография. Вы на что жалуетесь, на легкие? Да нет, что, тяжесть? Не беспокоит, но все равно какая-то вот тяжесть есть, понимаешь? Так может быть, это тяжесть рутины СНГ, ВСЖ? Может быть, пора просто взять и тайских сучек пора арендовывать?
их даже не трахать, а просто пускай на фоне. Пускай на фоне, а блядь, будут. Не, ну там поскочил. О, кстати, Сергей, охеренное видео было от вас, когда вы своим ходом на тачке. Да, когда на тачке ебашили. На минивэне, да? Да, охуенно. Бля, я бы хотел бы с вами такое повторить. Какие проблемы, блядь? Какие проблемы? Только. Да? Почему нет? А кто водитель? Кто водитель был? Я вот не помню. Водитель, кто вот за рулем находился. Это просто года 4-5 назад там где-то так было. Я тоже смотрел. Когда вот до Черногории вы ехали своим. А где там? Я не помню. Ты в минивэне поехал на тачке, я не помню. Спасибо, все, блядь, все дурак, что не помню. Это, бля, Сергей, бля, ёбаный в рот, сука! Я помню уже, блядь, до хуя, куда я ездил, блядь. Ну, давай, ебись оно конём. Давай, погнали. Блядь, тачку надо заказать. Премиум или так? На минивэне до Черногории. Сейчас на метро сяду, поеду. Смотрите, там могут быть эти, ну, вы заступитесь за женщину. Да, сейчас идем, сейчас. Просто Ванамас тоже оставил, я тоже оставлю тут. Ты можешь, вот я включил Вован Джапану что-нибудь передать. Джапану? Да, Вован Джапану. Вот, я записываю. А где он там? Ну, Вован Джапан нас, наверное, слышит, смотрит. Вот, я записываю, скажите Вова, ему что-нибудь. Вова, будь человеком, пожалуйста. А Вован мне подарил пиздатую книгу, привезенную с Японии, различных вагин, различных я волосатых вагин японских. Бля. Вова, я до сих пор эту книгу буду хранить, даже начнется война с Ираном, я буду ее хранить. Но у нас не начнется вообще, в принципе, Третья мировая война, если будет, засейвлить попытаюсь. Потому что эти волосатые вагины, в них что-то есть, реально, в них есть, будто бы мы в том веке, в тот век окунаемся, когда Сталлоне был еще с лобком там. С лысым. И его барышни также гоняли в этих таких вот волосных. Да. В Японии это можно. В Японии это можно. Это у них принято. В Китае, наверное, не так много. Социализма их нет, секса и вагина у них тоже нет. У кого? У них же ассоциализм. А? Да, там вагины просто отменяются. Эдик Маранди. Ух ты же, бля. Давай. Эд. Садись. Знаешь что, Эдуардыч? Эдик, ты чай хотел, Эдик? Эд, чай с Турции привезем. Да, понятно, хорошо. Сам Эрдоган послал тебе. И говорит, вора надо поддержать. Да, без проблем, да чем бы. И вот, чаек. Все есть. С этим человеком вы можете казино открыть в любой точке мира, Сергей. С этим человеком. Да, я знаю, да. Он такой, да. Ну, решит каждый вопрос. Он мне все рассказал. Сережа, что за намеки? На долгое сотрудничество. На прощание. Давайте блиц опрос, как друзья. Ваши отношения к Толину. Позитивно. К Вован Джапану. Позитивно. К Ванамасу. Позитивно. Ну как вы думаете, когда уже Ванамас женится? Негативно. Нет, не будет. Не будет. Батёк, когда ты уже женишься? Я жениться не особо собираюсь. Я сказал. Ну, дядя Сережа, до новых встреч. Благо, чао, пока. Чао, пока. Спасибо большое. А на королеве Англии, Вано? Да, я нет, меня вообще не интересует. Но она бы спонсировала тебя полностью. Все ты бы... меня можешь полностью спонсировать. Да не, она бы видеокарты. Хотел бы два компа с лучшими видеокартами в мире. Один комп был бы под... Карина Шпак меня бы могла спонсировать. Да нахуй, Карина. Она продаст квартиру какую-нибудь свою. Что, у нее много квартир?
Ну не знаю, может найдет, короче. Хорошо, ее проблемы, как мне спонсировать. Это не мои проблемы. Вано остается лавиловцем. Я не хочу жениться, вот, реально, вообще. Нет, 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 Эдуардыч, пицца, пицца или супчик? Какой супчик? Эдик, ты понял? Да. У Адочки потрясающие огромные бидоны. Почему она их прячет? Тебе какую пиццу-то взять? А я не знаю, какая. Ну, а какую тебе дать? Ну, с чем? С мясом или без? С мясом, конечно. Ты так бы не нагибался все-таки. Давай, не держу. Сейчас, подожди. У тебя, кстати, тебе надо ФГДС делать, слышишь? Чего? ФГДС, ФГДС. Ну, отрыжка. Спасибо, спасибо большое. Все, Дон Симон говорит спасибо, спасибо. Все, пошли. Пойдемте, обкуримся, блядь, как следует. Пойдем, пойдем. Обкуримся, да? Пошли, обкуримся. Сергей Симонов в левом углу! Ага. Да не, какое арестуют? За что? За что, Сереж? Сереж, выйти на бой. Фига у вас лапа, конечно. Вы не промах до сих пор, блядь. Ну, стараемся. Куда мы идем вообще? Клип. Право, а может быть, на вписку сейчас пойдем какой-нибудь? Ты, девочки, я видел, с выпивкой шли. И вы хотите всех писочных телок, да? Вот давай. Просто слева направо. Давай. 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 А, битва взглядов или... Да. Давай. Бей. Бей. А потом вы меня. Да. Бей. Подмеркалывай. Бей. Да. Бей. Блин, ты чё? У вас ладошки потные, это нечестно. Бей. Не ногами. Бокс, по правилам бокса. Вот так. Давай. 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 Спокуха! Прием питона. Он запрещен. В этой аудитории он запрещен, прием питона. А Сергей мог бы, знаете, что сделать? Бэкфист, Симонова, бэкфист. Все пизда, блядь. Я бы тебя потом... Куда? На лифте? Человеку плохо, Вечеринку плохо. Точнее, режиму псу. Или вы не антифан? Блядь, можно я здесь покурю, а? Нет, нельзя. Нет, тут нет. Сука, пизда. Можно? Но где тут тип? Молодец. Вон выход. Держишься, молодец. Ай, блядь. На дуэль. Сразимся? Давай. Чья палка первая упадет? Давай. Блять, Ваномас! У вас эти покрепче. А что? Все, Сергей. Все. Ладно. Кинжал? Ладно. Идемте, это в другом месте. Где,
Что за Рим? Как под Балтику семерку? Немножко. Так, приезжайте ко мне тогда. Ебать! Сережа! Не, мне кажется, нас потом... Даже я такого не видел. Твою мать. Больше... Это как в Пиле, может быть. Мы там попадемся. Пьяный Сергей Симонов попадает в игру. Ну? А как еще? А это новое? Это новое, да. Зато обширное, объемное и лифт. Ну да, ну а нам куда? Нам, да. Ты чего взяли, что ли? В мастерскую приедем. Че, давай. Так вот сейчас, да, это прямиком в мастерскую, судя по лифту, к Сергею. Да? Ну, слушай, вот я что думаю. Давай сделаем видео какое-то крутое. Я делаю, ну, что-то. Вы там хуйней там занимаетесь, там туда. Это самое. Там что-то там делаете там. Пердите, шабол снимаете. В бутылке срете, в казино проебываете. Подожди. Без бутылок, пожалуйста. Бутылки, кстати, остались до сих пор. 3 года уже там купаж пизда. Думаешь? Я уверен. А что, попробовать можно? Нет, пробовать не нужно. Ну, если вы хотите стать бессмертным, вообще, то есть вот то, что сейчас происходило здесь на этаже, вы в итоге пали. По всем канонам... У меня меча осталось больше, при том, что он был слаб. И на чуть-чуть. Там главное не атаковать было, а защищаться на пенопластах. Ну, ладно, хорошо. Можем повторить. Мы не в тот лифт. Вы выберете сами меч. Выберите сами меч, там есть еще один. Да, Сергей? Мы не в тот лифт. Да, пацаны, это International. Мы сейчас с капитаном Virtus.pro. Иван Маслаков, а каким образом Virtus.a, да, взяли одну карту у Spirit, а во второй что произошло? Уже зашел, блядь, слив карты, нахуй. И вы открываете ворота. Вы открываете ворота после Антоков, да, после этого, когда слив произошел. Да. Пятое место это тоже хорошо, по факту. Не. Ну я всемирном. Давайте сделаем так. Лифт сейчас придет. Вот, нам нужен этаж. А мы потом спустимся, куда нам надо. А куда нам надо? На первый этаж. Да. Или мы не на первый? Нет, подожди. Может быть, в мастерскую мы сразу? Да, мы можем. Но мастерская это лифт ведет в мастерскую. Это как вашей душе угодно. Подожди. Вы же подвластны себе. Подожди. Мы сейчас идем. На первый этаж. Летим. Не летим, пока ждем. Едем. Пока ждем. Ну, что быстрее, лифт или Сапсан? Так, спокойно. Ты вот торопишь всегда события. Вот смотри. Мы стоим. Я легенда. Ну, тоже легенда. Ладно, все. Так, 3 легендных члена тут есть. Нам не хватает бабы, легендарной бабы. Кто легендарная баба? Ну вот легендарная баба. Может быть, Пискун? Нет, не Песков. И слабовато, да. То, что... Катя Клоп. Давайте Катю Клопа трахнем. Кого? Катю Клоп. Кейт Клоп. Кто это? Кейт Клоп. Блогерка какая-то. Так, ну, all fake. Там, я уверен, из нее и родятся озоны, которые, ну... На мейл будут и одноклассники видосы заливать. Зальют там 2-3 тысячи видео. Пароль забудут, блядь. И на YouTube пойдет. Мы сейчас сядем в лифт. И в лифте поговорим? Уедем сейчас, похоже.
посадите в такси, я уеду, а вы потом вернетесь там, это самое. Вы считаете, Сергей, это возможно? То есть вот то, что вы сейчас сообщили, это, ну, так оно и будет, да? Знаешь, вот. Да, так и будет. Когда последний раз, Сереж, мы с вами виделись? 3 года у нас. 4? Я вкусно пахну? А, кстати, выходите, прикол. Сережа. Последний я раз... Three week. Ты можешь много сказать, я знаю. Сергей, вы английский знаете, да? Three week, это как? Это 3 недели, да? Ну, three week... Лифтер, блядь, а что за... Что с лифтом? Слушай, я думал, сейчас отряда может приехать. Да, блядь, нас арестуют сейчас. Нет, смотри, где смотрю, блядь, сейчас. Тут камеры есть. Да 50 этажей, тут они не могут все отслеживать, это потом только. Да, потом такие, почему пики из пенопласта разбросаны? И то там, блядь. Блядь, где же там вообще? Ладно бы там, блядь, ну, реально вандализм, да, типа, это не вандализм, я считаю, а просто полебячий. Да, у нас детские яйца, в конце концов. Маленькие детские яйца, да, Сергей? Да. Да! Вива-вива, мадапака! Мы с 38-го фигачим на первый. Сергей, вы когда-нибудь в лифте застревали? А вообще, это подсудное дело, если вот сейчас вот взять и сделать так, чтобы лифт застрял? Давай. Мы не сможем. И был бы, не знаю, Шилов, Влад Савельев, то они могли бы лифт застомпарить. Что вы делаете? Рюкзак снимаю. А, для чего? Я просто такой же рекомендую, посмотреть документы. Документы? Вызов. Надзоров. Тихо. Да? Молодцы. Тихо. Сергей Симонов тут на связи. Черногория. Переехал. В лифте прям. Солнце светит. Вы просто не замечаете, разуйте глаза. Блин, я тебя так люблю. Я тебе серьезно говорю. Муши, кстати, позакладывали. Сука, блядь, да. Да? Да. Блядь, это пиздец. А вот там дверь такая интересная, кстати. Но на заперто. Большая дверь, да. Матрица. Вот это печень, кстати. Это печень стопудово. Вот это вот. Так выглядит печень. Формой это печень. Да? Либо желудок. Ну вот. Желудок он тоже такой типа. Ну, это скорее всего печень. Вероятнее всего вот так вот. Печень. Идемте. Он нам дальше покажет там. А у тебя сумку взял, да? Да, я взял. Это сам. Ты куда-то пошел-то? Да подожди. Сходи. Мы просто... А куда? Ну или куда? В туалет? Тут в туалет есть? Нет, подожди. Куда идем? Так, а на выход? Там? На выход? Улица? А я не знаю, выход, наверное, там. Нет, там. Там? Наверное, там ну, просто. Душ. Не, надо еще. Вот там вот дверь еще. Нет, пацан, я помню. Во. Сергей, Данила. Не, мы реально кое-как вышли.
Сколько времени заняло? Ну, 10. Хорошо. Ну что, Дальником? Дальником, Сергей? На ВТБ? Блять, я сейчас... Смотрите? Смотрю, блядь. Сигналит вашему Мерседесу, говорят. Идите нахуй. Я сегодня властелин из Москва-Сити, блядь. Давайте я прикурю. Я тоже, кстати, прикурил. Надо обязательно. А вы не будете? Это точно без заряда? Нет. Вот сейчас как в шторе, против картины. Сергей, я просто в некотором изумлении того, что вы наконец... Ну как наконец-то? Не стремились друг к другу, а вот хиканул, реально спасибо огромнейшее. Заказать такси? Закажи мне там. Наличкой? Угу. Как отсюда уехать? А вас уже довезли, вон говорят. Да ладно. Да ладно, я шучу. Так, адрес-то не палим. Не-не-не. Так, one, two, three. Six minutes to taxi. Да. Сергей, вы вот честно, бля, я вспоминаю первую топ-карту, когда вы в гости к нам выгнали всех ебаторщиков с хаты и сказали: подтягивайтесь, сука. Но перед этим вы привезли нам ящик пива, половину из которого Семен Капканыч просто за часа 4 просто ворвал там, блядь, так тинь-тинь-тинь-тинь, да, Сергей? Да. Я. А в какой стране? Снова. Сереж. Ну скажите, от А до Я. Нет. Нет. Я нет. Сережа. Блин, вы, наверное, как приедете, сразу в мастерскую картины переебашите. Не, завтра. Серёж, ничего, будто бы как Эдуард Варян. Не более метите на место, а есть? Не, Серёга, ты чё? Серёга, столб. Столб Ютуба. Так, а это точно не то такси? А, надо посмотреть. Номер. Давайте спросим. Ты посмотри номер, просто посмотри. Серега наш человек, реально. Просто развелись. Серега, не знаете, отдайте. Не отправьте меня до дома. Это да, это только до дома проконтролировать. А, он, прикиньте, он, то есть, два заказа делает. Один довозит и кругаля совершает. Но... А прикинь, он сейчас узнает, Серегу скажет, нихуя себе, Серегу видит. Сереж, а у вас таксисты узнавали? Бывало. А бывало? Нихуя себе. Меня однажды видели на Лазболецке. Блядь, снимать видео, блядь.
Там парниша говорит, Ленка, ебать, здорово. А я в какашку, я реально в какашку. Причем меня погнали с ЖД вокзала, сказали, полицию вызову, потому что я не в адеквате. Хотя я спокойно стою, ну как Сергей. Стою, ни на кого не бузю. Говорят, сейчас полицию вызови, если вы не уйдете, вы не сядете на поезд. Я такой, ладно, хорошо, такси вызвал, поехал до аэропорта. И вот, пока ехал до аэропорта, там парниша узнал, я ему перцовку скинул, блядь. Говорю, вот, перец тебе в аэропорт не пустят с перцовкой там на самолет. Да, да, да. Он говорит, спасибо, блядь. А в аэропорту, когда я прошел только металлоискатель, меня полиция приняла, блядь, и футболку нахуй закинула, блядь. Человек Вадим повезет. Вадим. Вадимыч. Давай домой, блядь. Сейчас. Сергей нас фотографирует. А, да, да, да. Человек. С мамой. Может, он фиксирует то, что у вас нет мастерской еще картины, блядь, просто начнут пиздить. Слушай. Давай так. Они все там муляжи, оригиналы под сейф. Вот. Ты правильно сказал? А вот на самом деле он правильно сказал. У нас все муляжи. А оригиналы в сердце. Черногории. Подсвечивается, солнышко подсыхает, так это быстро подсыхает. Бля, он почему-то куда-то уезжает, если так посмотреть, то он уезжает. Смотри, он уезжает. Вадим-то уезжает, я не понял. Сейчас он уезжает. Сейчас вернется, ты чё? Сам Серега Симов мне заказал. А они за меня набирают. Это из-за випа. Я понял. Так нет. Когда за делают, ты говоришь. А вот зачем он это делает? Чтобы легче было, удобнее для клиента. О, да? Какой номер? Здравствуйте, Вадим. А вы когда будете на Невусе? Ну вот две минуты показывает. Вань, извините. Ну да, то есть здесь заезд, собственно, такой латентный. Вы увидите. Вот это. Вот направо. Заезд такая полудуга. Да номер-то какой ты бы посмотрел? А зачем номер-то? Ну чтоб узнать, ну, о нем. Составите историю Сергея Симонова, это посади в другое такси, и там будет такая история. Они же в основном все по пайпасу оплачивают. То есть человек садится, иной раз таксист не спрашивает ни имя, ни фамилию, никуда едут. А просто садишься. Да, да, то там же написано. Нихуя. Ну, написано, написано. Они могут сразу на тапку. Давай. А Сергей, вот представляете, реально Сергей его. В каком городе вы бы хотели в России побывать? Да что ему Россия-то? Я бы хотел бы на Алтай. На Алтай. Нет, давайте в Америке ты сколько раз был? Раз, блядь, 3-5. Вы были в Америке? Да хера, раз да ладно. Был в Америке. И еще с Арнольдом, и со Сталлоне. И... Со Сталлоне? А, у него все в Америке. Так, подожди. Подожди. Тихо. Со Сталлоне было, да. Посадите фоточку. Меня, блядь. Такси, блин. Я тебя опасаюсь, блин. Такси. Сергей, мы вас сейвим. Мы два мипа, точнее три уже. Три мипаря и своего мипаря не отдадим никуда. Плохие руки уж точно. Потому что нужен буст. Нужно фармить. Ты меня держи, блин. Вы как тревога, мага. Бля, там таких тёлок его вывозят на вип-тати. Я там стоял, когда пришел, там, да, такие тёлки ходят. Блядь, нормалее, нормалее. Да,
Даже Карину Шпак можно забыть, если ты... Да блин, Карину Шпак можно, конечно. Вано, ну чуть. Так, приколы подожди, приколами. Подожди, ты же подожди, знаешь, что подожди, ты пизжа. Подожди. Любовь, она одна, да? На все века. Ну, нет, одна, нет. Ну, вот. Можно разлюбить. Я вот девочку одну очень хотел до 2017 года, всего лишь одну. Это наш? Но она, к сожалению, никак. У нее уже дети там, поэтому ну, в пизду. Солевая? Какая солевая? Нет, не солевая, нет. У солевой нету детей, ты что? Да вроде было, что да нет, нет. Ты что, она перекрыла? Она стала вместо солевой, солевой парень. На лысо подстриглась и стала парнем. У нее там операции, блядь, какие-то, наверное, впереди. Ну да, подожди. Сейчас, Сереж. One minute. Блядь, пизда, тут загруженная такая дорога в Москве. Дай посмотреть, ты, может, там что-то не все, понимаешь? Я знаю, что не, 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 все, все так, все так. Все, все. Нормально, я слышу. Сереж, все заебах-то. 206. Сергей Симонов! Да! Всем добра и позитива! А кто не с добром и позитивом, тот! Стоил 8 килограмм, да? Ты сказал раньше, что 108. Серега? Сергей, вы коли никак ебатории пропитываетесь чуть-чуть. Не надо, не надо. Художник. Поговорят, художник должен быть всегда голодным. Но это не про Сергея. Сыт, упитан, свеж. Наша? Не наша. Есть шесть, есть шесть. Я держу. Бля, ебаторь, это какая? Вот, походу, вот эта тачка. 206. О, гуси. Это оригинальный интерес, гуси. Смотрите, у нее такие же полосы, скорее всего, оригинал. Бля, хуяще. Нет, 790. 206. Еще бы чуть-чуть, и Сергей как Туарен бы сорвал бы вот эту вот. Поднял бы и станы бы были бы так фиссура на нахуй. И никакие бы псевдо, блядь, вульгарные тёлки не смогли бы проехать. Ну, к своим ебарям. Которые... Да Серега тут лучше всех, ёпта. С днём рождения, Хикан! Сереж, я очень рад, что... Дико рад. Я тоже дико рад сегодня встретиться. А, в казино есть слоты такие, там, где дикий, это вилды. Вилды – это замена всех символов выигрышные, получается. И дикие есть такое, когда те же самые, но это у русских, замерз, у нас, то есть. Замерз. Вы дикий, замерз. Вы... Замерз. Вы вилд дикий. Для России вы просто... Серега мощный, да. Мощный. Кто, я? Ну, я, да, мне прохладненько. Да ветер просто ебучий. Где угодно вы жили, даже ведь в Сочи. Нос. Сочи нос холодный. Можете потрогать? Прохладный. Да? Ладно, хватит. Блин, это нос. Скоти. Нет, 709. Кто там? 304 еще подъехало, блядь. Алло. Вы подъехали, а куда вы подъехали? А какой номер у вас? Как? Да. Так, 206. Подождите, 206. 206. Так, вы в начале, да?
Где вы стоите? Так, подождите-ка, 249. Сейчас. А вы на той стороне? Вы на той стороне? Ну, вы. Так, 206. Вы на той стороне. Вот посмотрите, вы сейчас. Посмотрите влево. Посмотрите влево. Вот, вот, вот я стою, да-да-да, вот сюда, вот, вот, вот сюда. Ага. Блядь, ну и ветер, пиздец. Сергей Симонов в левом углу представляет Краснодар. Кто? Шилов. Шилов, пиздец. Цитата на все времена, бля, я хуй знаю, Сергей, это просто легендарное. А вы же сейчас с ним в ладах, да, Си? Я не знаю, в какой ситуации, я не знаю, блядь. Сейчас там на светофоре, бля, ебать, ветер, конечно, гундосит. Пиздец. Что, приехал? Приехал. Да, ебать себе, ветку кепку сдует. Да, это вообще жопа полная. Блять. Почему-то не сейвит нас, это вы вышинка. Блять, отвечу. А знаете почему? Здесь открыто. А нет, блять, видите, видите. Ветер оттуда, блядь. Казалось бы, все закрыто. Какая Эльбрус, думаешь? До дома? Можем до дома завести. Ваномаса спасать? Спасти рядового Ваномаса? Да не, с Серегой ничего не случится. Сейчас ёбнемся втроём, блядь, заборчиком просто. Сейвит, идут кресты, вилы, чем ультует, бля, ёпта, механизм от виспа. И Сергей Симонов набирается в лейта, собирает 6 слотов и начинает ебашить. Удар. Знаешь, за ударом, крит за критом. Знаешь, кто мы? Мы банда унтербоссы Ютуба. Латентные, скрытые. Не в этом дело. В инвизе. Не, нет? В этом дело. Молодой школе дорогу надо. Я Ваня спас. Ваномас? Да. Ваномас и меня спас. Ваномас это дазл, значит, все определили. Вано, не надо на антимагии играть, блядь. Чё такое? Всадите меня, блядь, на такси, ёб твою мать. Да вот, блядь, он встал туда, Сергей. Он приехал вот туда, вот, к автомойке. Блядь, это, видимо, байт на автомойку был просто. Ну посмотри, где он. Да вот он, блядь, был, вот там. Я ему показал, едьте, там светофор ебаный. Я сейчас потом нахуй, блядь. Там ебаный светофор просто. Ничего. Еще дождь начинается сверху, блядь. Сейчас град пойдет, блядь. Ну, наконец-то. Сейчас должно быть. Сейчас. Блядь, это не то. Где наш? Это не то такси. Опасай. А, показано 11 минут. О, твою мать, блядь. Пошли внизу тогда. Пошли.
Ебать, он прикалывается. Куда он уехал? Да вызови другой там. Блять, не-не-не-не-не. Сделай отмену. Гони. Да он не мог так уехать. Подождите, отмену, да он не мог уехать. Блять, это 2 минуты назад было. Нет, я ему сейчас позвоню, блять. Это... Да это баг, это лаг. Быть того не может, блять. Блять, этого не может быть просто. Уже. Чуть ли не снег ебашит. Блять, неужели с той стороны дороги вы. Блять. Да не, это вообще как. Он приехал туда, я поставил сюда. Да, алло, ну так что там, где там? А через сколько? Сколько там показывает? Холодно просто, капец. Минуту, все, ага. Блядь, Сергей, слушайте, не надо, слышите, там какой-то быдло идет, нам просто... Фанома, смотри, если Серегу... Вон он приехал. Все, приехал. Серёж. Застегните. Он не сможет терпеть. Не, сможет. Ну что, поедем вместе? Вон таксишка. Блять, ну посадите. А? Посадите. Заправки будут? Остановите на заправке только, единственное. На заправке надо будет подостановить. Ну ладно. И на переднюю или назад, Сергей? Что, Сергей, сейчас за трактор был? А чё? Пытали посадить. А можно дать еще сишку угостить? Да, можно. Давай. Сергей? А, подождите-ка. Да, просто сишку. У меня сишки. И не надо лишних слов. Нам это может. И тебя поцелую, блядь. Я там спиздить, сколько поцелую. Надо там. Слышь, может, дитя. Сейчас. Иди. Сергёш. Нет, Серёж, так мы еще... Господи, Серёж, живём не последний век. Такой сделаем, блядь. Будет в жизни ебатория, новая история. Черногория будет Россией. И это тоже. Да. А где же вы знаете? Ребят, откройте ее, блядь. Я не знаю, блядь. Сергей! Все, добра и самого лучшего позитива! Фу, блядь! Мы минут 20 тут стояли! Больше, блядь, ёбаный пиздос! Руки подохуели!
Это реально просто капец. Тоталитарный капец. Ведут. А куда ты? А куда ты? Я домой. Серега просто после так, нужно это где. Оно здесь все электролизировано. На себя, наверное. И это туалет, кстати. Нам туда. Мы просто день рождения отмечаем, поэтому мы не помним просто, куда и что. Три, восемь. G. G это как точка, кстати. Блять. Видос 24 минуты идет вот этот. То это есть, только этот. Да. А так до этого мы еще пару минут снимали. Того, да, 20 там с лишним, блядь, пиздец. Серега отдохнул, мы ему помогли отдохнуть просто. Ну это мало. Отдохнуть. Это для нас мало. Для него нормально. А для Сережи, ну? Авось. Нет, ну мы еще придем в мастерскую. Пойдешь, да? Когда? Ну, на неделю, думаю. На следующий. Ну, потому что на завтра я не могу. На следующей неделе. Нет, на следующей неделе. На следующий, да? В принципе. Мы с ним договоримся, я думаю, днем будет. То есть часа 2-3 там. О, бля, какой там. Человек такой, который живет по графику там с 6 утра до 10 вечера. Ага. Если он не живет, как мы там. А какая там? 4-8.